Ну что, я готова пулять. Только не стойте там, становитесь сюда, ближе к квадратику. И стойте левее от босса, когда его поставят, Мобы, чтобы... мобы, мобы, мобы идут. А откуда? Не знаю. С тотема. Ну тут вас окинешь эту штучку. Ой, ты его надо было притянуть к звездочке. Кого кинуть? Ой, во-первых, нужно было босса подвести к рейду. Во-вторых, на 30%, 34 кинешь на Никдеймона Я в этой Сокру. паутине. Тебя разбивают. Сакра это длань чего? Или это корона? Блин, красная капля такая, я Ну все, забыл, как я называется. понял, длань жертвенности. Смотри, там что-то там постоянно был или не достает. Мои? Мои нормально рядом же стоят. Да блин, я опять в паутине. Он тебя любит. Так это она? Ну, она. Знаешь, на стриме у одного челика он называл Мекс, ну, сексный, короче. Мне так прикалывает это. Секс на Векс. Может, смотрит ХС стримера Томатоса? Так, можно там ему каплю кинуть. Я кинул чуть-чуть раньше. Чуть раньше, но... Она свила паутину, что там? А, то я уже забыл. Ух, полетел кто-то. Кошка. Не важно. Вот пошел не за лок и выпал этот тренер. Как обидно, пиздец. Вставай, вставай. Рейтинг скорости сил заклинаний. Ага, да, Это ага. нормально на ШП будет? Да, на ШП нормально, хоста нужна. Ну, прок такой себе. Ну, бери. А у меня там на МП5 какая-то, вон ну, тут Говно. крылатый талисман, короче. Все, куда? Квартал мерзости идем. Все, тут есть хил, тут есть танк, я иду напуливать. Кто-то спиздил Триню, кто спиздил? Я Лок. отказалась. Лок тебе надо? Лок. На локу она больше идет, она в Африке играет. Там хосты нужно овердохуя. На Вот, Кирилле. не судьба. Пришли я делать тебя, в итоге я делаю лок. Ебать, зачем тебя взяли? Ну никого не было, что-то. Это Настя идея. Да я смотрел, у него шмот там весь 213. Я думаю, блядь, ему ничего не надо. Не, за Африка это трения так же круто, как трения с десятки льды, с Аурией, ну, короче, с кошатницей этой. Там тоже про хас. У тебя, по-моему, какие сейчас трини на тебе, они лучше будут. Че, в натуре заберешь триню эту, братан? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Или может МП5 заменим на нормальную триню мне, блядь? Вот он не знает. Давай, Не знает. соглашайся, Лок, ну в натуре. Ходишь с нормальными тринями, забираешь у пацанов в синем шмоте, блядь, триню. Пожалей, бля, ебаный в рот. Я всегда так работаю, блядь. Ну, мы заметили. Только Ой, давайте не дайте там. квест у вас, Кутика.
Квест, сейчас расшарю, сейчас. Предложить. Сзади моб все равно присосался. Кстати, точно, хорошо, что напомнили, а то я чуть уже не пульнул. Сейчас на ДКшку зайду, на босса на одного. Пупец. Гнидыч, у тебя не горит, когда кто-то вместо тебя агрит мобу? Эх, а когда-то я бы это занизила. Что-то моя мама там на кухне ругается. Короче, это... понятно, блядь, все понятно. С тобой лог. Так, а что ты, квест можешь на этого лоскутика? Я делил квест. А, я понял, значит мне все. Все понятно, с тобой лог. Потому что не может забрать это задание. Либо уже делал. Ну, я же, да, видимо, просто забыл, наверное. Поставь шкаф лог. Надо было в 9 идти, блядь. Да, все хватит. Да я нытик еще тот, блядь. Все, я готова напуливать. Пойдемте. Что такое? Что случилось? А может бахните базе, не? Да зачем? Я дал как. Я могу только напуливать. Пошли до него там. Встретим. Только не уткнитесь в этих слизняков. Ничего, ничего, я с первым статиком пойду. Фантаймом, ты все 220, и заберу это. А, забыла, я ж нельзя набить сначала. На танку напуливать. Фу-фу-фу. Ну, напуливать там часть урона будет уходить. Истерию мне. Спидкилл не сделаем? Не знаю. Не, ну если Геру дать, можно еще попытаться. На экзекутке, может. Посмотрел рекорд и смотрю, где базука. Вас пишет. Васу, а ты знаешь, ну, что... Ну, ну-ка, если убрать, можно вазу взять. Не-не-не, так не пойдет. Я ж добирал его. Не с таким наклоном, уклоном. Да он пиздить хочет мой шмот. Ты что, не выходишь, ну, все пиздить будет? Васю, хочешь прикол? Да чё он будет, он триньку взял.
Поменял. Он же не будет 213 шмот на 2200 менять. Посол, лучше бить печатки порчи и боссов. Бля, забыл переключить, между мобами переключаюсь. Я что-то смотрю рекаунт. Ладно, в details. Печать повиновения. Я типа, поменял уже, зачем? Да. Меняй их просто между мобами, типа, и боссами, типа. Вот что значит печать для палатина. Били базьеры, кстати, на фальту кил. Пипец, я тут подумала, тут кольцо когда-нибудь упадет и триня на Милика вообще. Надеюсь, никому не нужна триня на Милика. Не гнидыч васо. Вроде не. У меня точно такой же пояс есть, надо могу отдать. Там, кому надо, если что. Латник вроде ты один. Ну так а есть еще базу. Пусть пока лежит, если кому надо будет, скажете, отдам. Сейчас двоих приведу этих, потанчу их. Там смотри, в этот. Да я умею. Блядь, где левитация? Ты символ левитации взял? Угу. Откуда эти мобы? От меня. А их можно же было не агрить. Надо всех убивать. Блин, забывай напуливать. Ничего, ничего, я скоро покажу. Где раки зимуют? Этому Гавайо? Ты же щиты не носишь, да? Он дробящие носит. И катушки всякие. Да, 277 шмот сейчас бы зашел. Ничего так. Мне бы треньку с Джайна. Ах. Мазука, ты больше заходить не будешь на этого? Ну, хз, я думал, может там на лича зайти, если не нужно никому шапка, я там паролил бы бошку. Либо сейчас пуляй, либо никогда, потому что потом багаться будет. Сейчас точно нет, мне только лич нужен. Блин, босс. Отводи. Смотрите, как выносить надо. Да кого тут учить? Тут все знают. Она в воздухе теперь. А, отвали. О, у нас еще... он прист этот, ну... Я давай. Так понял, тут тоже одного танка было достаточно. Прист хилли танка, алло. Вас и пожал бабл и пошел. Возле нас не стой. Осторожно, там сзади уже.
Пипец, но вот садился, пришлось ротацию изменить. Ну, я думаю, лок нас не подведет. Задел там пар. Васа, ты можешь не туда бегать, ты можешь... Тут у нас место тоже есть. А я подальше вас обеспечиваю. Подальше. Спасибо. Дальше выходи. Васа, ну, дальше. Вы еще ХПС набьете. Почему у меня постоянно дамаж на 14к? Я же даже далеко от лужи стою. Близко, близко просто. Да взрывает там кое-кто близко. О, боешка, боешка. Ну такие запы никто не купит. Потому что сейчас запы продают за 2000 получше. Меткость. Это на кого, на Ханта? На Энха, да? На Энха, да. Ну, креветочка Энха собирает. Ой, я знаю, кому собираем. Эти брасы можно подогнать. А? Знаю, кому эти брасы можно подогнать. Кому? Это из дерева. А, ну все, мы подгоним тогда. Ну да, кольчугу. Ну что они там? Там кожаные какие-то, да? А, боешь? Дерево, кстати, очень классный хил. Ну, классный друид. Он классику и БК прошел за друля вообще, блин. Самый такой надежный товарищ. Что ты нам говоришь про своих друзей, а в итоге я их, наверное, не вижу. Так а там проходок же нету. Ну чё, так мини-купер нет. Вот Хантер, пришёл. Хантер, что-то куда-то потерялся. Рика, а, ну, у него... вроде есть, но нету их. Рика просто у него смены там 2 через 2. Кто водит? Базука водит. Так, анестезирующий. Настя, так макросом пользуешься? Нет, у меня нет второго оружия вообще. Так сделай там себе. Откуда я его достану? Вот вендор. Там любой даггер первого уровня навешаешь и просто, ну, вешаешь вот на него яд. У меня есть, знаешь что? Гномский армейский нож. Но его надеть, к сожалению, нельзя. Там умирал кто-то? Рыбу дать кому-то обновить? Не умирал. Никто не умирал.